Кто куда, а мы на репетицию. Половина команды уже приехала. Я что хочу показать? Вот смотри. Кстати, по поводу вообще онлайн... Отстань от меня. Она мне следит за мной. Вообще, касаемо онлайн-технологий. Вот смотри. Пока сегодня я гоняла по магазинам, у меня была репетиция, потом твоя. Параллельно в команду прилетела регистрация. То есть сам клиент зарегистрировался, сам совершил покупку. Все. Я с ним даже не знакома. Кто что, а лысая расческа? Нет, на самом деле это классно. Допустим, по IKEA же нет такого. Клиент не может заказать самостоятельно. Сейчас как и может заказать самостоятельно в IKEA, например, ну и нас, да, либо другие города, как вот ребята, которые нас смотрят. Нас же сразу, на самом деле, очень мало смотрят. Другие города нас смотрят, мы делимся, рассказываем, а, скажем так, товарооборот IKEA. IKEA же с нами не делится ничем вообще за то, что мы их продвигаем, рассказываем. Скажите спасибо, что мы разрешаем снимать. И покупать. Тем более. А вообще у нас маленькое ЧП. У меня опять размагнитилась карта гостя. Это, кстати, в Бетте уже не первый раз. Она у меня лежала в кармане, и рядом карточки на метро были. У нас слишком мощная энергия. Ну все, сейчас встретимся мы с вами уже в том месте, где будем репетировать. Там президент, где мы. Да, метро показ не будет, уже неинтересно. Нас привезли, но не привезли до конца. О, что-то даже машину чуть не сбила. Татьяна Павловна. Я не знаю. Сейчас найдем. Спокойствие, только спокойствие. Ищем нам, как добраться до того места, где мы будем разговаривать. Нас, говорят, потеряли, но мы не терялись. Нам сказали идти в 10-м здании, а мы не знаем, где он. Сусанита наш, местный. Язык до Киева доведет. Твой язык не только до Киева. А до куда? Подольше чуть-чуть немножко. А вот, кстати, вон, 10-е здание. Да. Смотри, какой у меня прикольный капюшон. А у меня лучше. У нас дизайн от куртки, кстати. А у меня нет. Очень удобно. Ветер, холод. Но наш курс понятен и вероятен. Мы видим это 10-е здание. Переворачиваем. Это не 10-й, 9-й. Вон 10-й. С этим человеком даже в поле можно заблудиться. Да, Татьяна Павловна? Все, заходим. Сейчас посмотрим, что там и как внутри. Но ветер тут жуткий. Вы хоть раз видели, как Татьяна Павловна у нас волнуется? Это я волнуюсь. Сейчас я съем барага амаранта. Это для связок. Хорошо воспалительным эффектом обладает. И связки расслабляют. Во-первых, замерзли. Ну, мы же с дур прокси ждали 10 минут. И еще одну штучку облепиху. Это рекомендую всем, кому приходится очень много говорить, как мне. Для меня это прям спасение. А, сейчас еще покажу. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Сейчас я все съем. Все. Вы не смотрите на наши прически. Они после этого, после мороза, прибиты. А женщина за голосом, за кадром, да? Он там. Вот, это он президент там. Компании. Да, вот там, где-то там. Ну, мы ее еще покажем, да? Да хоть послать на трубу, все уже забыл. Таня, я текст забыл. Я забыл текст. Ты забыл текст? Ты же помнишь. Сейчас буду читать. Пока мы тут сидим, много знаменитостей сюда приходят. Сейчас вот один человек кофе нальет себе, и мы с ним побеседуем, мы вам про него расскажем и покажем. Да, Татьяна Павловна? Да. Нет, этот еще человек не привык к маленьким камерам.
мимо нас пробежал. Блин, какая прическа вообще, ребят. Жестяк полный. Надался постричься. Но когда приходят партнеры с опытом, когда приходят сетевики, это, ребята, вообще получается просто... Что-то Татьяна мне это какие-то неправильные слова говорит. Ребят, честно, я в шоке. Я такого мужа, то, что он как бы он готовил спич. Мы репетировали, все это проходили. Я просто... Я в шоке, честно. Аж Гроховская упала. Да, у нас президент обалдела. Знаете, настолько у человека мощная энергетика, настолько это честные, реальные слова, реальная ситуация, что вот меня вот так, вот до трясучки. То есть я бы рассказываю технологию. Угу. Что мы делаем? Раз, два, три, четыре, пять. А Дима рассказывает, кто мы, что мы. Я реально вспомнила ситуацию. Дима говорил сейчас, когда что мы, что у нас многие клиенты, когда мы работали только сами. Многие клиенты воспринимали там и дворником, то есть были такие частые ситуации, я, например, чищу снег, еще не работает то, все, я приезжаю пораньше, чищу снег, либо Дима это делает, ну, неважно, там, что-то подметаешь. Клиент: женщина, когда здесь офис-то работает? Я говорю: здравствуйте, я вообще-то владелец. Че, мандишь-то? Вот этого мужика до сих пор помню, вот, честно, ты здесь вот это запикаешь. Вот здесь тебя на такой уровень преподносят, ребят, Сибирь Волос. Тебя вот так поднимают? Поднимают, кофе угощают. Кофе всякими вкусняшками, вкусняшки несут. Тебя вот так поднимают, по голове гладят, гладят, признают и говорят: молодец, неси дальше, делись. Ребята, это очень ценно. Я не встречала никогда такого. Мы сейчас говорили, вспоминали нашу историю, что, ну, вроде как, вы же без опыта в сетевом. Я говорю: мы пробовали в 2017 году в Орифлейме. Для чего я сейчас говорю? Я знаю, что у нас в любом случае смотрят люди, которые были когда-то знакомы с другими сетевыми компаниями, получили негативный опыт. Какой получили мы? Мы реально разводились, мы делили имущество. Спасибо нашим родителям, да, Юрий Ильич? Развели, не соединили. Нас, да, как бы, ну, так вот, поставили нас на место, мы реально делили мужчин, делили детей. У нас у старшей до сих пор по этому поводу есть вот, ну, как бы я чувство вины перед ней испытывала, мала это не поняла, а старшая это старшая. Ну, она маленькая была. Да нет, Дима, она была во втором классе, она все помнит прекрасно. Да. То есть, вот, не, чувство... я про малую. Малая она была, ей пофигу, была, она еще сисю сосала. Ну, в районе 2 лет было. Нет, ей 3 года было, 17-й год был. И вот здесь, понимаете? Поэтому, если вы реально хотите попробовать, пробовать надо хорошее. Это вот, я не знаю, с чем сравнить. Если начинать, наверное, ездить, то не с запорожца, да? Начинать пробовать, так с хорошего. Да, с хорошего. У меня запорожец, я пошла. Да. Давайте мы на Москву-Сити посмотрим.
и будем гадать, где мы будем в воскресенье, на каком этаже из этих зданий тусить. Но мы с собой их возьмем. Вот. Там дальше продолжают люди тренироваться, учиться и так далее, и так далее. Какой учиться? Ёбан, что же я говорю? Вот смотрите, опять влог на влог написывается. Влог на влоге. Ты кофе будешь? Да, давай кофейку. Вот видишь, для нас тут, тут всех нас чуть-чуть. Это с овощами. Ну-ка, давай. Короче, впереди нервничав, мы сейчас будем кушать. Великому вот человеку. Это... Мы сейчас познакомим вас с самым лучшим и учителем. Хочется как-то так вот сказать. Занят. Да. Вы, наверное, даже узнаете, кто это, да? Он известен. Эх, у нас так сильно ждет. Пора платину делать. Мы подойдем? Говоришь, пора платину делать. Уже такое ощущение, как засиделся. Все, пойдем. Наглость, второе счастье. Да. Мы хотим украсть на пару секунд вашего собеседника. Давайте. И мы хотим вас для влога познакомить с нашими... Нет, это влог. Первая часть сегодня вышла, но вы, наверное, уже выйдете у нас после того, как мы приедем в Саранск. Итак, это не прямое включение. Это влог, да. В котором мы общаемся с приятными ребятами, с приятными эмоциями. Вы, наверное, все узнали уже, да? Кто это? Я даже не хочу представлять, но представлю все равно. Для маленьких зрителей, кому еще... Для слишком... наших юных. Да, для юных. Это Кирилл Лопаткин. Это мой учитель. Я у него учился. И каждый день я буду учиться по вашим видеозаписям, которым никому не дам. Всегда рад. Так, на какую тему мы сегодня будем общаться? Я хотел вас сегодня познакомить с нашими зрителями, а в воскресенье мы будем, наверное, более тесно общаться с вами. Ага, непосредственно уже с места основных событий. Да, мы, наверное, попросим у этого великого человека пару фишек ораторского мастерства, которые он, наверное, сможет поделиться. Пару фишечек. Ладно, не весь курс, а пару фишек. Потому что это многим должно пригодиться в будущем. Вот тебе же пригодилось. Мне очень пригодилось. Сами сегодня слышали, как Гроховская даже пару раз чуть не упала, что я сказал. Ладно, мы пошли в такси. Репетиция прошла успешно. Мы в номере. Татьяна рассказывает свои впечатления хорошим людям. А эти люди, Татьяна Павловна, поделитесь, пожалуйста. У нас здесь сейчас часть Москвы и Тюмени. При этом, ребят, вот эти люди... Так, это Москва. Кстати, небольшой спойлер. У этого человека мы будем снимать рум-тур. Она вам еще появится. На самом деле, ребята такие же подписчики наши, как и вы. Это все три человека подписчики наши. Остальные у нас еще кто-то в театре, кто-то по магазам шляется. Москва, почему у вас магазин работает круглосуточно? А ребята такие же подписчики наши, как и вы. Но в какой-то момент мы их добесили. Ребят, чем мы вас добесили? Анапой. Анапой, машиной и доходом. Ну, честно. Внешним видом. Своей цветущей красотой. Врач по сравнению, да, с размером, да, такого, с пончика, такого, год, да. За год максимально рост вообще во всем, в контенте и в качестве видео, и вообще во всем. Вообще страшно решение было принимать? Ну, конечно. Я год принимала решение. Я год смотрела. Я год смотрела. Но ладно, Икею я смотрела долго. Но вообще конкретно, когда вот с момента начала появляться червочинка, что написать, не написать? Написать, не написать, но полгода точно. А ты сколько смотрела? Ну, я год смотрела про Икею, потом влог, когда поехали в Анапу. Анапский влог добил многих. И все, и муж вот был
таким инициатором, инициатором. Таким пинком волшебным. У меня мысль появилась вам написать, когда вы у кого-то снимали рум-тур. У Альбины, да. Как раз у цифролога. Да, вот. И сказали, что вы бы хотели, наверное, еще у кого-то снять. Я так посмотрела на свою квартиру. А и думаю, а мне есть что сказать. Вот, и тогда уже появились мысли именно просто написать. А сейчас уже грех не воспользоваться наставниками. Конечно. И снять рум-тур. Конечно. Поэтому, ребят, на самом деле это не страшно, это не больно, еще денег приносит. Я последнее скажу. Я уверен, что вы даже не представляли, что 3 года назад, когда вы первый раз посмотрели обзор, мы про это сегодня вы все сегодня с нами собрались. Мы все соберемся, познакомимся и будем общаться. Все. Поэтому, телезрители, подписчики, ну, решение нужно принять. Это самое сложное. Это надо решение. Дойти. Нет, все реально. Надо головой. Ладно, мечты сбываются. Да. Вот не «Газпром», а мечты сбываются. И быстрее, да, причем. Мечты сбиваются. Да. Жизнь – это штука чудес. Интересная. Ну, ладно, до завтра. Всем привет. Мы на конгрессе, прошли регистрацию, мы приехали сегодня пораньше. Ребята у нас наши пошли раздеваться. Надеемся, да, слышно будет? Я думаю, да, что слышно будет. А я вам сейчас попоказываю все. Иди на улицу покажу что-нибудь. Так, раз, два. О, давайте. Кто снимать? Кто снимать-то у нас не умеет? А там меня видно? Видно? Иди уже. Иди к обществу. Иди к обществу, я сейчас присоединюсь. Снежок. Сейчас покажу, где мы. Кстати, очень ограниченное событие. Всего 500 человек. Больше нельзя по нормам. Мы сейчас с вами на улицу чуть-чуть выйдем, помёрзнем. Жух. Потихоньку народ съезжается. Вон наш проймушечка стоит. Как увеличивать? Это к Диме. В общем, мы в каком-то классном бизнес-центре, наподобие Москва-Сити. Таких же по Москве очень много. Вот она вся эта красота. Я долго мерзнуть не буду, потому что я вот прямо голошмя. Наряд уже для выхода на сцену. В питерский образ. Сейчас покажу в зеркало, как меня начепурили. Дубль 2. Вошел, вышел, похолодел, звук погорячел. Это очередь на регистрацию. Так, Сызрань, привет! Как добрались? Раз, два, три, четыре. Все на местах. Да, хорошо. Ты сегодня тоже будешь, да? Да, у меня сегодня тоже блок. Что там? Люди, люди, люди. Народ потихоньку съезжается. Стоечка регистрации. Сейчас покажу, какие мы уже пригласители на вечеринку получили. Основная движня здесь. Здравствуйте. Так, мы с вами в зале. Потихоньку все собирается. Софита. Сейчас я вам покажу страх страшный. Вон там сцена, на которой мне сегодня предстоит выступать. Пойду я хотя бы к ней. Пригляжусь, чтобы не было так страшно. Здесь у нас зона топ-лидеров. Я думаю, скоро мы здесь тоже будем. И вот она сцена. Слава тебе, Господи, помощничек будет, ура! Зал будет битком. Мы продолжаем.
писать блог. Включу в руках. А я сейчас камеру, погодите, умный глаз переверну. Вот по этой бумажечке, волшебной, открывается путь. Да, господи, какое я чудо оператора. А у нас с Юрьевичем вот такие. Это приглашение на пати и тоже сцена. Трудятся, все трудятся. Кто с компьютером, кто в телефонах. Синтетическими антиоксидантами. А плюс ко всему к этому добавлены нативные травы, которые обладают антиоксидантным эффектом. И плюс три экстракта, тоже обладающие антиоксидантным эффектом. То есть анализируя в той логике, в которой... Юрий, вдруг перевелась она. Глаз она пропускает. Не, Юля, фотографироваться не стала бы. Сейчас я на экран выведу такую презентацию, ты просто встань на сцену и прям в микрофон попробуй ее почитать. Ты же не ты. Отсюда будет, ну, говорят, не видно. Ну, прям, вот отражает? Это слева будет стать? Да. Вам, ну, центр вселенной. Это же можно минуту мать, можно встать куда угодно. Вот, с первого слайда. То есть, по идее, когда тебя ведущие объявят, и это касается всех, у нас будет на каждого своя, ну, вот такая вот история. Генеральная репетиция. То есть, пока вы выходите, пока вам аплодируют, пока вы здороваетесь, на экране будет... Рассказывать, что вы делаете и как делать в будущем. После этого... Татьяна переживает. Я переключу вам на вашу презентацию. Вот когда вы увидите на экране свою презентацию, или обратите внимание, внизу есть суфлер, он показывает центральную часть экрана, там тоже можно видеть, чтобы на экран не крутиться. Когда вы увидите, сразу можно переходить к презентации. Презентатор должен быть в руке антенной кверху, посередине большая зеленая кнопка. Это один слайд вперед. Если вам вдруг надо вернуться назад... Да. Главное, микрофон просто ближе к рту всегда держать, не опускать его. Все, я поняла. А, спасибо. Кто следующая жертва? Мне очень интересно. Татьяна без перерыва может быть... В объективе камеры рассказываю вам о доктор Кокея. А сегодня на сцене она очень сильно волнуется. Да, все верно. Сейчас переверну. Я такая выхожу, вся звезда. Там страшно. Вот, смотрите, ориентир. Я ничего не закрываю, да? Зачем она мне это сказала? Я теперь бояться начинаю. Сколько побед, просто работая с премиальными продуктами. Встречайте! Но
поделиться тем, что мы делаем. Итак, суть нашего кейса, технологии, работы, называйте ее как хотите. Как увеличить в 3 раза товарооборот на премиальных продуктах? Я думаю, это актуально каждому.